Всех еще раз приветствую. Вчера мы с вами читали очень много лживых публикаций, на которые не жалеют деньги наши оппозиционеры, о том, что у господина Папикяна отец живет в огромном дворце, и у него есть огромные фермы, что является полной ложью. Сегодня я попросил разрешения поехать и снять, так как папа сейчас сидит на рабочем месте, я попросил у него разрешение снять, где он живет. Давайте покажу какой-то огромный дворец, в кавычках. Если это дворец, то что же я могу сказать? То есть это обычный дом. Видно, что господин Папикян только поменял окна. Видите? Вот в этом доме живет папа нашего министра обороны. Четвертый год, уже пятый год он во власти. Мог же он для папы купить громадный дворец, чтобы он здесь жил? Ну вот где живет папа. Очень, кстати, чистоплотный, аккуратный человек. Вот я это вижу по тому, как он ухаживает за своим домиком. И вот, вот видите даже. Вот. Сейчас я... Видите, даже штукатурка не вся сделана, и только окна поменяли. Вот обычный домик, где он живет. А сейчас я вам покажу, как он держит свиней, курочек. Это все делает один, вот даже никого нет. Сам папа Рена Папикяна держит. Ну вот. Вот это вся ферма. Это все. Это называется ферма в воинских частях. На самом деле это обычный домашний курятник. Малюсенький. Ну, друзья, так как вчера писали, что я писал живые посты, мне пришлось приехать и все это снять. Потому что у меня очень большая аудитория, и для меня очень важно было, чтобы моя аудитория еще раз, тысячный раз убедилась, что я рассказываю всегда только и только правду.